Приветики, приветики всем. Раз, раз. Звука нет. Раз, привет, привет. Опа. Hello, my friend. How are you today? I'm fine, thank you, and you? Hi, hi. Есть звук? Есть, да? Все, контакт настроен. Ой, быстрее. Идем. Видите, тигра какая в этом... Пол зимней курточки. О! Отлично. Погнали. Есть звук. Как у вас дела? Сейчас у нас с вами закат. Сейчас мы с вами идем на этот. Могу вас на море повезти, а можем в центр города. Сейчас я подумаю сначала. Может быть, знаете как? Давайте я вас поведу на море. Залезем туда по-быстренькому, а потом пойдем в центр города, потому что в центре города, ну, типа там ночное освещение, фонарики, будет красиво. Все будет замечательно. Ух ты, гляньте, какой мэрчик, нифига. Ничего себе, вы посмотрите. И номерок такой, как вам? Такой чисто Бэтмобиль, да? Опа. Да, там еще светло, у вас уже все? А, так, теть, мы море видели, давай архитектуру. А, вы хотите архитектуру? Ну, не-не-не, давайте море, а потом архитектуру. Так. А что за город? Город называется этот, как его, Майами Бич. Майами Бич называется. Южная Бутово. Кстати, есть такой город, Южная Бутово. Я когда ногти искала, мне Южная Бутово выдавала. Капец. О, кстати, я ногти сделала. Гля, какие тупо розовые. Да, детка, я теперь с ногтями. Воу. Город Южная, куртка зимняя. Ну так-то да, да-то, блин, тут ветер, тут же этот море. О, гля, меню. Можно заказать себе шаурму. Так, тут, в принципе, до моря идти 5 минут. Сейчас тигру сдует. Та ты шо, не. Тигру никогда не сдует. Тигра весит. Гля, отсюда море не видно. Ничего себе. И кораблик, и щип. Щип, айси щип. Щип, щип, щип. Да, слышите, задувает, да, так серьезно. Турбо. Турбо Макс. Рам Ван. Додж. Турбо Макс. А классно вам, да? Да, сидите там в тепле и в уюте. А мне вот холодно. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Все для вас. Стрим пою. Пою, пою. Пою, пою. Нет Wi-Fi. О, скутеристы. Тигра как Аляс. А, что, Алису? Тигру как Алису. Страну чудес унесет. А, не, ну такое тоже можно, да. Сильвестр, приветик. Ух. У меня дома холодно, как уют, отопление только 1 октября. Ого. Ничего себе. Гляньте, какой виды. Это, короче, торговельный выставочный комплекс 33 квадратных метра. А это конец города. Это конец города. Ну, до другого конца города 20 минут идти. Поэтому и вон там на фоне, видите? Тупо корабль в небе. В смысле, на горизонте. Такие дела. Я сегодня же кондиционер на обогрев включал. О, да ладно. Хай, hello. Хай. Мы недавно жили в приюте с... О, что у меня на голове? Мы недавно жили в приюте с сортиром на краю обрыва. Когда была гроза, снег в сортире лежал, что я... Подожди. А, это уже... Что я заслужил домашний уют. А, поняла. Ну да. Домашний уют нужно заслужить, согласна. Бон диа, тигра, бон диа. Бон диа.
Это мы сейчас идем в Осокорках. Южненские Осокорки называется район. Вот такие дела. А я живу там где-то через один дом, в таком же доме. Гляньте, это бочки. Отсюда поступает горячая вода в наши дома. Вот именно отсюда. Это нагревательный элемент, да. Ага, такие дела. Ой, понатыкали, да ладно. Нормально понатыкали. Все хорошо понатыкали. Что-то, Аля, привет. Дам на доме сидит и домом погоняет. Не, ну так а как по-другому? Это ж город. По-другому никак. Это ж не деревня. Что, как у вас делишки? Уже у вас 7 андроидска? Что там у вас в Луганске? Говори. Совсем хреново. Луганск. Кашель у тебя? Да ладно. А где ж ты так простыл? Дождь был полдня, в Северодонецке тоже видела, дождь хлещет. А у нас тут небо чудное, небо дивное. Нормально, холодно. О, я не люблю, когда холодно. Мне надо, чтобы было жарко. Это явно дотеры. Конкретные дотеры. Нам можно пошли так. Пошлите так. Придумал название для инет-магазина. Ну, печень.ру. Наш печень.ру. Наш печень.ру. Зашибись. Мне кажется, что-то такое не очень. Александр, наш печень.ру. Ой, смотри. О, а что это нас переклинило? О, слушайте, я такая толстая вот эта курточка. У меня что тут еще понапихано пакетов всяких. Надо прикрутить вас. Ох, поддувает нормально, знатно. Знатно поддувает. Сейчас мы идем, направляемся к морю. Вперед, мои воины. Я хотела чуть раньше подрубиться, но немножко не получилось. А иду такая вся в дольках кабана. Дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Да, идем. Сейчас направляемся. Да блин, погода, знаете, ну, градусов может 20, но ветер просто сильнючий. Тут же море, дует все с моря. Поэтому такие дела. Чем-то угостили? Хлебом с семечками, да, угостили меня. Ох. Помните, хлеб с семечками мы ели? На хате делали. Сзади клоун идет. Бежим, run. Фу, блин, волосы. Ты что такая сопливая, в смысле? Что, сильно сопливая? Да блин, погода такая дурацкая. God hello. Доперла от хлеба не по-детски. Смыгаешь? Да что-то горло как-то это. А ну посоветуйте мне быстрое лекарство, чтобы избавиться от першения в горле. Быстрое такое, чисто на раз-два. Мама, я в ютубе. Мама, я в ютубе. Тигриный оскал. Ля-ля-ля-ля. Шкала была. Ля, какой классный пес. Коричневый собакин. Почему тебе так светло? Какой пояс? Ну это Одесса. Что, прям сильно светло? А, ой, Одесса. Ой, сорянчики, Майами. Майами Бич. Да, идем в курточке. Майами. О, там лестницу построили. Да ладно. Воу. В Полтаве темно уже. Это тоже Полтава. Hello, sexy Алена, yes. Sexy Алена, it's me. Hi. Стрим снайперы.
Стоим снайперы. Мы уже почти дошли. О, гляньте, квартиры. Хостинг. О, thank you for the host. Thank you so much. Дерибасовская хорошая погода. На Брайтон Бич опять идут дожди. О, на Дерибасовской хорошая погода. Офигеть. У нас Ялта уже темно. Ага. Ялта. 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 Привет, Алена Шумахер, привет.